In this video, we're going to talk about how to talk about life events. Где вы родились? Я родился в Мичигане. Я родилась в Мичигане. Где вы выросли? Я вырос в Мичигане. Я выросла в Мичигане. Он пошел в школу в прошлом году. Она пошла в школу в сентябре. Здесь идут в школу в Америке, а здесь идут в школу в России. Моя сестра поступила в Мичиганский государственный университет 5 лет назад. В Америке пишут SAT, а в России пишут ЕГЭ. Я закончу университет через 3 года. А здесь заканчивают в Америке, а здесь заканчивают в России. Она замужем. Он женат. Они женаты. А здесь это свадьба в России в церкви, а здесь еще другая свадьба в России. Попробуйте. Match the correct word in the correct form into each blank. Моя мама родилась в Германии. Мой брат еще в школе, но он поступит в университет через год. Мы родились в Калифорнии, а выросли в Чикаго. Лиза и Виталий женаты, и у них 2 детей. Сын моей сестры уже пошел в школу. Кира закончит университет в 2019 году.